Главный матч дома 2. Вот уже 6 месяцев официально женат. Андрей Черкасов и Кристина Ослина сразу решили, что распишутся в преддверии нового 2019 года. А вот шикарный праздник устроит летом. 1 июня в ресторане Белл Зероси состоится одна из главных свадеб сезона. По словам Андрея, пара тщательно готовится к мероприятию. Молодожены потратили внушительную сумму на цветочные украшения для зала, продумали меню и проработали программу развлечений. Одним словом, ведущий скандального телепроекта сделал все возможное, чтобы мероприятие запомнилось его родным и друзьям. Гостей будет 60-65 человек из числа самых близких. К нам летят родственники из Кемеровской области, Сургута, Одессы. Свадьба будет веселой. Максимум смеха и танцев, а не только банальные конкурсы. В этот день я буду танцевать так, как никогда еще не танцевал. Конечно, будут и приглашенные артисты, рассказал Черкасов Стархиту. Влюбленные не расстаются даже во время командировок Андрея на Сейшельские острова. Фото Инстаграм многих поклонников интересовало, появятся ли на празднике участники Дома 2. Однако Черкасов и Ослина решили не выделять кого-то из звезд проекта. Именно поэтому бывшие и нынешние строители любви приглашения так и не получили. Будут только мои коллеги-ведущие, с которыми мы каждый день работаем над шоу. Также мы с Кристиной пригласили близких друзей Женю Кузина и Сашу Артемову. Остальные гости – это родственники и друзья вне периметра, подчеркнул Андрей. Пока влюбленные стараются держать все детали торжества в секрете. И все же Черкасов признался, что выбрал оригинальный костюм для праздника, чтобы торжество стало для него и гостей еще более ярким. Костюм уже готов, но сразу скажу, что он будет не черным. Пусть цвет останется сюрпризом. Платье невесты, разумеется, еще не видел. Думаю, Кристина выбрала что-то по-настоящему сказочное, поделился Андрей. После праздника в Москве влюбленные отправятся в долгий медовый месяц. Андрей и Кристина обожают путешествовать по Европе, поэтому для романтического события они выбрали необычный маршрут. Мы любим морские круизы, и в этот раз нас ждет поездка к потрясающим норвежским фьордам, а после несколько чудесных дней в Амстердаме, рассказал телеведущий. Поклонники не сомневаются, что свадьба Андрея и Кристины получится по-настоящему романтичной. Сами же влюбленные уже строят планы на будущее и мечтают о детях. Класс пост 632 703 подписчика.